Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами двумя кранами. Это для любителей криптовалюты. Это Трон и Доги. Значит, ну, с Трона начнем. Проходит как бы в три степа. Сбор раз в час, друзья. Значит, что у нас? Вбиваем сюда Трон адрес, привязанный к микрокошельку Faucet Hub. Идет вывод с двух кранов и инстантом на Faucet Hub. Значит, далее нажимаем логин. Логин. И мы разгадываем капчу и антибот. Далее опускаемся чуть ниже, нажимаем Very. Сейчас страничка загрузится. И идет первый вот степ. Ждем. Так, нажимаем на синюю вкладочку. Опять ждем. Нажимаем. Идет далее степ 2. Опять ждем немножечко. Так, нажимаем. Страничка загрузится. И степ 3. Опять разгадываем капчу. И нажимаем на синюю вкладочку. И вот степ 4 идет у нас. Нажимаем. Так, все. И вот это количество монет отправилось на микрокошелек Faucet Hub. Опускаемся чуть ниже. Здесь находится партнерская ссылочка. Переходим на Доги кран. И то же самое. Вбиваем Доги адрес, который привязан к Faucet Hub. Нажимаем логин. Разгадываем капчу и антибот. Далее опускаемся чуть ниже. Нажимаем Very. И нас перебрасывает на страничку коротких ссылок. Разгадываем капчу. Нажимаем Continuum. Ждем несколько секунд. И нажимаем Get Link. И вот такое количество монет отправлено на Faucet Hub. Переходим на микрокошелек Faucet Hub. Так, где мой кошелек? Так, опускаюсь ниже, перезагружаю страничку. И, пожалуйста, Tron. Так, TRX Faucet Club. Вот. 2 минуты назад. И Доги Джуснов только сейчас. Как бы все, ну, инстантом платит. Все замечательно. Далее, друзья, что я делаю с криптомонетой на микрокошельке Faucet Hub. Я вчера все опустошила кошелек свой. Ну, кроме Трона, у меня свои планы на эту криптомонетку. У меня биткоин, как бы я собираю с кранов криптомонету. Далее, что я делаю? Нажимаю Exchange. Секунду. Это у нас реклама. Так, нажимаю Exchange вот сюда. И всю криптомонетку нажимаю далее Sell. И вот вся, что вот у меня криптомонета, я ее меняю на биткоин. Вот здесь ввожу, как бы вот здесь копирую, вот, например, Ethereum. У меня как бы сейчас все по нулям, да? Выбираю Ethereum. Далее вот Ethereum. Сюда ввожу криптомонеты, сколько у меня. И всю
монетку меняю на БТЦ. На другую монетку здесь вы не поменяете. Здесь, если только можно, как бы ее обменивать на биткоин и только на биткоин. После чего она все это быстро у меня делается, как бы. Вот. После чего, когда я всю криптомонету обмениваю на биткоин, я этот биткоин на биткоин покупаю Dogecoin. Вот здесь выбираю Dogecoin, как бы. Так. И ввожу, например, вот сюда вводим, сколько мы хотим. Подгоняю сумму. Сколько у меня на биткоин, например. Я хочу купить 100 Dogecoin'ов, да? Там. И вот мне должно на балансе быть 2394 биткоин сатоши. Ну или, например, 1000. Вот. 23939 биткоин сатошиков должно у меня быть на балансе. Нажимаю на зеленую вкладочку и создаю ордер. У меня покупают, как бы, я, ну, я покупаю доги. Далее, что, друзья, я вчера вот вывела все Dogecoin, потому что Dogecoin самая маленькая, друзья, комиссия. Не знаю, покажу я Виндраф. Будет у меня здесь. Ну и быстро она выводится. Да, вот я вчера выводила 1140 Dogecoin'ов. И вот сегодня они у меня пришли. Я вывела это все на биржу Lifecoin. Вот, значит, 1139. Ну, вот, как бы, взяли комиссию от Lifecoin. Значит, далее идем на биржу Lifecoin. И что я делаю с этой монеткой? Нажимаю баланс. И смотрите, вот у меня мои криптомонеты. Вот мой Dogecoin. Я эти Dogecoin уже... Вот можно на что поменять. Да? Меняю на BTC. Даже можно на USD поменять. По-моему. Вот видите, сколько здесь. Так. Перейти к рынку. Даже вот. Ой, сколько. Мама дорогая. Ну ладно, я ее меняю на биткоин. Так, доги. Ой-ой-ой. Как здесь? Так, перейти к рынку. Будем искать... биткоин. И где? Вот, доги, перейти, доги BTC. Сейчас перейду к рынку. И я эти монетки, Dogecoin, сатоши, меняю. Продать доги за BTC. Уже на бирже. Вот у меня мои доги. Нажимаю сюда. У меня копируется эта сумма, вставляется уже по умолчанию. И я получаю 0.30 26173 биткоин сатоши. Нажимаю продать все. И вот, пожалуйста, вот видите, в левом нижнем углу у меня ордер. И уже все у меня купили. Так, уже куплено, раз зелененьким загорелось. Далее перехожу на баланс. И все. У меня здесь доги мои исчезли. И у меня как бы на биткоин прибавились. Ну и а здесь можно уже биткоин как бы на USD и на все как бы евро, рубли. А вот USD. Как бы если... Я продавать, правда, сейчас не буду. Просто вам хочу показать. Ну, вот, продать BTC, например, за USD. Вот здесь как бы мы нажимаем. Вставляется сумма BTC. Здесь цена как бы. Вот сколько я бы получила. $11.39. Нажимаем продать. И это все как бы у нас... ну... И дальше вот здесь посмотреть. Вот здесь есть баланс фиатных средств. USD, евро, рубли. Вот. Ну, например, вывод. Вот. Сюда сумма. Сюда что мы вставляем? Так, это что? Выпустить. Подождите немножечко. Я запуталась. Баланс обратно. Нажимаю. Вывод. Но у меня нет. Видите, у меня все здесь по нулям. Вот.
как бы я пока ничего не делаю. Я иногда торгую, но и здесь как бы вставляем сумму, выбираем USD, логин и хэштег получателя. Вот. И выпустить ваучер. И как бы вот здесь опускаемся ниже. Здесь вот у нас минимальная сумма 10 USD, 10 евро, 100 рублей. Вот. Можно. Получатель. Вставляем сюда адрес, сумма. Здесь сколько мы получим. Здесь комиссия, естественно. И отправить платеж. Это все быстро делается. Вот. Ну, так вот я вам показала все, что я делаю с этими. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. У кого-то другая, может, биржа есть. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.